от Пети Егорина из Монреаля. Он озабочен таким фактом, что при идеальных отношениях между людьми во всем мире численность населения будет быстро увеличиваться и настанет момент, когда суша земного шара не будет как переполненный корабль. Не хватит. Значит, я могу только одно сказать. Очень волнуется за это. Товарищ из Монреаля. Во-первых, такого быть не может, потому что все в природе, вы не заботьтесь, все в природе уравновешивается. Мы видим, как и на животном уровне происходит изменение всяких популяций, и все это находится в равновесии с общей природой. И мы относительно этого те же животные. Так что нечего волноваться. Это первое. Второе. Земля может прокормить до 400 миллиардов человек. Представляешь? Это в Кабале такие данные есть? 400 миллиардов, да. 400 миллионов. Ужас, да? Сегодня, сегодня приближаемся к 7, да. Первое. Второе. Прокормить может. Мы не говорим, сколько может на ней существовать людей. Сегодня 7 миллиард голодает? Да. Дело в том, что все зависит от того, как мы умеем с этим справляться. Какими мы можем быть хозяйственниками, хозяинами этой земли и, своими себе, и самими себя, и своего общества. Нечего об этом думать. Не надо об этом думать, потому что человек не может ничем управлять, кроме как своим духовным возвышением. Это единственная свобода воли есть. Плодитесь и размножайтесь, продолжайте эту библейскую традицию, ничего страшного не будет. Если вы одновременно с этим продолжаете свою и духовную традицию, то есть возвышение и исправление себя, вы увидите мир гармоничным, цельным, вы не увидите в нем ни одного лишнего человека.